Утренние пробки на въезде в город – мера вынужденная. С 1 мая в области ввели масочный режим. Самарцев и гостей города предупреждают – средства индивидуальной защиты сейчас носить необходимо. Особенно там, где есть массовое скопление людей – в магазинах и общественном транспорте. Должны одевать маски. Так что просим вас соблюдать данное постановление из-за эпидемии коронавируса. Счастливого пути! В область привезли несколько партий по миллиону средств индивидуальной защиты. Помимо аптек, их можно приобрести в любом сетевом магазине. Аптеки нету, я вот сейчас купила. У меня муж домашний, не выходит с 28 марта. А сегодня вот окрошку попросил, я всегда в маске. Ну, редко в аптеку, вот в основном, вот в этом магазине вот рядом, да. Некоторых самарцев необходимости ношения маски приходится убеждать. Я не знаю вообще, мне она доставляет дискомфорт какой-то. Я стараюсь не контактировать пока. Ни с кем, да. Только максимально по работе и все. Стараюсь дома на изоляции. На улице можно без маски, ребят. В магазинах желательно без маски. Поэтому рекомендуем вам приобрести. Областные и городские власти призывают самарцев помнить о мерах безопасности. По возможности оставаться дома, а при выходе на улицу надевать маску. Мария Левина, события.